Всем привет! Сегодня я хочу записать для вас видео, которое, наверное, станет какой-то такой рубрикой, может быть, на моем канале. И видео с таким же заголовком и с такой же темой будут выходить время от времени. Я думаю, что это будет чем-то вроде видеодневника о том, как я учусь играть на гитаре. Дело в том, что гитару я обожала во всех видах и во всех вариациях, и во всех жанрах, наверное, всю свою жизнь. Вы даже можете по бэкграунду моей комнаты понять, кто в этом доме хотел с самого детства быть рок-звездой. И, собственно, я начала на ней играть уже довольно давно. Это было, когда мне было лет 12 или 13. Я играла на ней довольно-таки постоянно, года 3 до достижения мной 16-летнего возраста. А после этого я с наступлением таких темных подростковых школьных времен, я это дело, к сожалению, забросила. И о чем я довольно сильно сейчас жалею. Итак, сейчас прошло 3 года, я решила к этому вернуться, потому что, ну, поняла, что это довольно-таки важная часть моей жизни. И вообще очень часто бывает так, что от самых наших, возможно, таких сильных увлечений, от того, чего нам, наверное, действительно стоит заниматься, мы дольше всего пытаемся как-то бегать, избегать этого, потому что нам страшно, сложно и непонятно. И в этот раз, несмотря на то, что мне довольно-таки жалко такое количество упущенного времени, потому что я прекрасно понимаю, что если бы я тогда на это дело не забила, я бы была бы намного дальше, чем сейчас. А сейчас мне пришлось практически вспоминать все абсолютно с нуля. Но я думаю, что в этой ситуации есть и плюсы, так как я теперь буду подходить к этому более осмотрительно, более планомерно, буду знать, где какие подводные камни, и буду стараться их по возможности избегать. Избегать такого перегорения, как было у меня, перегара. Не знаю точно, как это сказать, но вы понимаете, перегорание, которое произошло у меня в первый раз, и двигаться постепенно, но планомерно и все время. Я даже специально записала дату своего рестарта, это 6 мая 2018 года. То есть сейчас, на момент записи этого видео, прошел 1 месяц и 3 недели. Ладно, наверное, может быть, надо было подождать до более круглой даты, не знаю. Мне захотелось рассказать об этом именно сейчас. Возможно, действительно, следующее видео будет более привязано к конкретной дате. И чему же я научилась за это время? Вообще, на процесс моего обучения повлияло и то, что очень сильно меня смущало в первый раз, когда я только в первый раз училась играть на гитаре, потому что, когда ты учишься сам, когда над тобой не стоят никакие преподаватели, с одной стороны, это какая-то свобода, с другой стороны, не очень всегда понятно, как измерять прогресс, как вообще понять, насколько ты далеко продвинулся и так далее. И в этом плане мне довольно-таки хорошо помогла одна программка, которую я нашла в App Store, она называется Musician. Если вы думаете, что это не реклама, у меня 6 подписчиков на канале, так что это абсолютно честный отзыв о том, что мне действительно помогло. Это один из, наверное, таких модных сейчас видов геймификации всего чего угодно, в том числе и игры на музыкальных инструментах. Но она мне очень нравится, потому что, во-первых, она начинает с самых азов и постепенно увеличивает уровень сложности и дает все необходимые навыки, и ты видишь мгновенную обратную связь, то есть буквально, если ты играешь какую-то не ту ноту, она мгновенно загорается красным, и ты видишь, что ты сделал что-то не так. И более того, получается такое какое-то чувство удовлетворение, когда ты зашел уже довольно-таки далеко, возвращаешься назад, и ту же самую мелодию, разучивание которой у тебя в первый раз заняло огромную кучу времени, ты уже играешь совершенно легко, ты видишь, что ты куда-то двигаешься, и это очень круто. И на гитаре там есть 3 пути, да, 3 таких трека, то есть лид, ритм и знание, knowledge. Я стараюсь идти на всех 3 одновременно. Сейчас на лиде я на 6 уровне, на ритме я на 4, и на knowledge я на 3, что ли, но на knowledge меньше уровней просто. Так что, можно сказать, я уже так довольно неплохо двигаюсь. И меня это очень сильно смущало вообще в первый раз, что я как человек, которому вообще надо все всегда измерять, всегда точно знать, что он куда-то двигается в правильном направлении. Меня всегда было очень важно иметь какие-то измеримые и достижимые цели. Научиться играть на гитаре — это очень абстрактно, а, допустим, добраться до последнего уровня программки Musician — это первое. Естественно, на этом мое обучение не закончится, но это первая такая достижимая и абсолютно видимая цель. Помимо этого, я пытаюсь начать разучивать каверы на мои любимые песни. Я думаю, что лучший способ научиться играть так, как играют мои любимые гитаристы, это действительно разучить их все главные хиты и подцепить оттуда всякие фишечки, посмотреть, как они строят свои соло, свои рифы, свои мелодии. За эти почти 2 месяца я уже выучила
выучила всю базу. Я выучила мажорную, минорную пентатонику. Я выучила кучу аккордов. Е, Е, М, А, М, С, Д, G, power аккорды. Научилась использовать все основные технические штучки. Пулов, хамероны, слайды. Также я выучила основы теории, как называются струны, где вообще расположена нота на грифе гитары. Каждый день как минимум 10 минут, но чаще всего это больше, чем 10 минут. Но 10 минут это такой минимум для того, чтобы постепенно установить привычку и заниматься этим регулярно и практиковаться всегда, каждый день, несмотря ни на что, несмотря на какое-нибудь, может быть, настроение или дела, потому что не всегда можно выкроить на гитару, да, 2-3 часа в день, но против 10 минут аргументов просто не находится рациональных, поэтому вот еще один способ, как я мотивирую себя, чтобы не слезть с этого так, как я слезла в первый раз. И я прекрасно знаю, что в этих видео наиболее круто и вообще то, чего от этих видео, наверное, больше всего ждут, это то, что человек показывает, и не только рассказывает, но в первую очередь показывает, чему он научился. И я надеюсь, что в следующем видео я уже что-нибудь продемонстрирую. И на самом деле, несмотря на то, что я выучил как бы все основные элементы, честно говоря, я еще немножко стесняюсь демонстрировать их на камеру. Я еще совершенно не мастер лид-гитары ни разу, хотя очень хочу быть. И надеюсь, что постепенно, через практику, скоро им буду. В общем, большое спасибо вам, что посмотрели это видео. Подпишитесь на канал, если вам нравится мой контент, если вам хочется посмотреть что-то еще, если вам интересно и полезно, и нравится. Если вы занимаетесь на гитаре тоже, если вы тоже учитесь, возможно, вам тоже стоит записывать такие мини-гитарные дневники, возможно, это как-то вас мотивирует, даст вам тоже какой-то новый способ измерять свой прогресс. Если все пойдет хорошо, то у этого видео будет продолжение в виде следующих гитарных дневников. Большое спасибо за просмотр, всем спасибо, всем пока!